Смотри в лицо тирану. Насмотрелся на портретах. Кто портреты, а здесь он царь. С детьми гуляет. Помни о стонах народа. Моя рука не дрогнет. Знаю. Поэтому мы выбрали из всех тебя. Потому и приносим в жертву самого лучшего, самого чистого среди нас. Я не боюсь казни. Помни же, Алексей, послезавтра в этот же час Россия ждет твоего выстрела. Ничего, ничего, Гордей Иванович, ты не нервничай. Либо до темноты возьмем, либо до свету. Дольше-то ему не продержаться. Да, вы так уверенно говорите, Лаврентий Карлович, будто всю облаву уже наперед расписали. А какая облава? Когда все дворы проходные, а мои орлы все как один из деревни или дураки? Ладно, утром-то почти наш был. Был. Профукали. Полкан шипел, как змей. Еще бы ему не шипеть. Этим господам бомбу запросто бросить. И дай бог, если в наш паршивый участок, а то вон, самого. Вот тогда нам будет всем. А ты не стращай, Лаврентий Карлович. Давай-ка вот лучше похрабримся. Господа офицеры! О! Ваше высокопревосходительство! Взяли? Так точно. До темноты возьмем. Да хорошо ли вы себе представляете, кого должны изловить? Вот ты. Скажи мне, что ты думаешь об этом террористе? Не могу узнать, ваше высокопревосходительство. Тогда ты скажи. Злодей вошел в брови. Так точно, злодей. В том-то все и дело, в том-то вся трудность, что не злодей. Он действует из корысти. Господа же революционеры, каждый за идею. Каждый, как Иисус Христос, крест свой несет. И казни радуется. потому что казнь на пользу его идей пойдет. Вот кого мы поймать должны. Вот чью шкуру влезть. Вот кого раскусить. Сам-то дед спать должен. Из его собственной норы мы его выкурили. Явочные квартиры тоже нашли. На его кроватках теперь наши люди в сапогах лежат, дожидаются. Где же? На дереве, что ли? Зачем же на дереве? Можно, к примеру, в борделе залечь. В борделе? Все дрыхнешь, Маркуша. Давно пора в ливреи быть. Так ведь, ваше сельство, наша служба известная. Кажешь, спать как ни днем. А позвольте полюбопытствовать. Вы по службе, али как? Барышек будить? Это, любезный, сообрази-ка там что-нибудь. С нашим удовольствием. А то господин полковник так и не дал. Дай ему, Боже, генеральские чины, все генеральские болезни. Наше почтение, господа. Пардон за неглиже. Так говорите по службе, Гордей Иванович? А вас тут знают. Так ведь единственное в столице такое заведение, слава богу. Должны знать свое начальство. По службе, по службе. Давайте сюда ваших курочек. Что, всех? Любку. Любку? Любка занята. Клиент постоянный. Предупредили бы, а? Слушайте, мадам, это уже ни на что не похоже. Я не понимаю, что с ним можно делать столько времени, с этим постоянным клиентом. Арифметику учить. Любка! Любка, бросай своего козла, иди ко мне. Бесплатно не принимаю. Это ты, что ли, животных вспоминаешь, а? Ты как скотина с офицером разговариваешь. С офицером? Слушай, до такой степени пьян, чтобы не суметь отличить твой синий сатрапский мундирчик от формы боевых защитников Отечества. О, Люба! Люба! О, Люба! Карлович. Мадам, прикажите Любке быть повежливее. У меня все девушки вежливые. Особенно Любочка. Любочка, ты видела? Люба, а сегодня за что? Я же все заступился. Ну скажи, скажи, я, мол, первый, я, мол, деньги заплатил. Ну, Люб, ну я же это... А кто мне обещал другим больше не ходить, а сам ходил вчера? А кто мне обещал французский новый пеньюар подарить? А сам пьяный уже явился. Бей меня, Люба, бей. Все бейте. Гореть не в гиене огненной за грехи мои страшные. Любочка, Люба. А да ты меня отсюда вытащишь, Люба. Ну иди в номер ненаглядный мой. Жди меня. А вы, господин хороший, сюда-то явились. А денежки снова платить не собираетесь? Бесплатно не принимаю. Люба! Уволю. Ты еще здесь? А что, я роман сочиняю. Ты еще здесь, я спрашиваю? Ну, ухожу. Лаврентий Карлович. Ухожу. Мы еще встретимся. Ну, чего тебе? Теперь о деле поговорим. О. До свидания, господа. Не забывайте нас, Лаврентий Карлович, заглядывайте почаще. Милости просим. Не совал бы ты девок в наше дело. Алексей, сегодня ночлега опять не будет. Все квартиры провалены. Продержись еще одну ночь. Завтра вся Россия ждет твоего выстрела. Вы не стесняйтесь, заходите, господин хороший. Вот разорались. А что, собственно? Что вы несете? Мадам очень любит таких важных посетителей. Да вы проходите, под красным фонарем так долго не стоят. Не дай бог, грачи обкакаются. Бонсуар, месье. Здравствуйте. Вы у нас первый раз. Прошу вас, сделайте выбор. Прошу вас. Вот это, пожалуйста. Люба, принимай гостя. Крючки. Может быть, надобна вина? Еще чего там? Фруктов, что ли? Фрукты у нас дороги. Ну, а вино? Вы вино пьете? Вы? Да, пью, пью. А вот фруктов велю принести, только 2 яблока. Тебе... Ой, вам хватит? Господи. Вы пейте, Люба, пожалуйста. Не стесняйтесь. Для этого надо было запираться. Пейте. А вы? Я потом. Я после. Я один только часок. Я скоро. Вы что же здесь спать собрались? А мне чем прикажете заниматься? Почитайте что-нибудь. Ну, тогда я в зал пойду, к музыке. Я прошу вас остаться здесь. Заплатил и командуешь? Так ведь и впрямь заплатил. Тогда, господин хороший, приступим к делу. Извольте подняться и помочь мне расстегнуть платье. Ну? Разве мы можем себе позволить быть счастливыми, когда вся Россия, когда и вы, и я можем оказаться там, в Равелине? Мы сами отбираем у себя это право. Вот если в вашей комнате будет спать ваш ребенок, маленький, румяный, ваш, но вы же не сможете оставить его, уйти только ради того, чтобы бросить свою бомбу. Не сможете? Не сможете. И я не смогу. Но ведь кто-то должен это сделать. И это дано нам. Мы обречены на это. Прощайте. Я. Это ничего, что я кое-что из вещей сняла, м? А то сидеть, я чувствую, долго придется. Платье помну. Ну, конечно, пожалуйста. А как вас зовут? Зовите меня Петром. Петр. Ну, а кто вы такой? Кто ж... Маркуша, коньячку. Сей момент, Любочка. Их благородию Лаврентию Карловичу привет передайте. Сама передам, когда придет. А уже приходить можно. На чей счет коньячок записать? На счет Лаврентия Карловича. Угу. Иди, любезный. Мой. Так как же? Ну и противная же у тебя рожа. Давай. Вставай! Ты что? Ничего. Что сказала? Вставай, я сказала. Надоело, поспал и будет. Пора честь знать. Тут тебе не ночлежка, миленький. Ты пьяна. Не дам. Пусти, больно. Еще чего. А что, миленький, руку мне сломать хочешь? Сломай, сломай, посмотрю, как ты сломаешь. А что это у тебя в кармане? Бомба? Может, взрыв тут устроишь? Замолчи. Нет? Да? Тогда что? Просто так пришел. Скажите, пожалуйста. А сам спать лег. Ты, говорит, а я спать буду. Не бреди, так думаешь, никто и не узнает. А в полицию хочешь? В полицию, миленький, хочешь, а? Не думай так громко. Все слышно. Хочешь, мысли твои расскажу? Вот ты сейчас думаешь, схватил змею за шею, да и придавил, чтобы не крикнула. А теперь вот что. Боже, как все глупо, нелепо, жестоко. О, а вот уже стыдно стало. Побоялся душу-то губить. Конечно, я не изверг какой-то, не генерал Карташов. Что ты мелешь? А! Ты, мой хороший, революционер. Это откуда известно? Ха, не в лесу живем. Ну, допустим. То-то допустим. Да ты не переживай, что от тебя барышня раскусила. Ишь ты какой стал, грустный да хороший. Ой. Ну чё уставился? Как баран, ей-богу. Ну... Зачем же знакомство с руганью-то начинать? Ой, можно подумать, что барин сюда знакомиться со мной пришли. Пришел и пришел. Для чего мое дело? Для того, для чего все сюда приходят. Да! Ну, если для того, давай. Ты как любишь, чтобы тебя раздевали или сам? М? Да что ж ты сонный такой? Понимаю, понимаю. Двиночек утил, проигрался, а к девочкам хочется. А денежки уплыли, не на что к девочкам. Ну, ты прохожего бритвой по шее, чик, бумажник себе и скорее сюда, да? Ну, заснул черт с тобой. Ну, отоспался. Так вот же я. Ну, скорее, ну, миленький, ну, пожалуйста, ну, иди ко мне. Ну, плыни ко мне скорее, хороший мой. Ну, иди к своей кошечке. Ну, что ты такой робкий, ну, скорее. Ну, не кривляйся ты. А что, не то говорю? Ну, тогда сбрешите что-нибудь другое, господин бомбист. Или вы, может быть, этот вовсе и не бомбист, а этот, как его, кинжальщик. Девочки, танцы, танцы и немного балансы. Быстро наверх. Ладно, давай выпьем за знакомство, а там видно будет. Пей. Я не пью совсем. Пей, будет ломаться. Сказано. Не пьешь, значит. А я вот пью. Да что ж ты все отворачиваешься, косишься? Ты что, никогда не видел? Ну так посмотри, посмотри. Я красивая, ты меня правильно выбрал. Эта Людка, вся веснущая, ты глянешь, своротит. А мне вообще подмышки не бреет. Ну, и на это охотники есть. А я вот она. Прикройся. Чего, рот, что ли, прикрыть? Ах, вон чего. И то верно. А я думала, рот. Много разговариваю. Ну, хоть папироску. Ну? Ты курить-то не умеешь. Брось. Ну, опять ты сердишься. Да, сержусь. Ну, и выдашь ты меня, ну, и заберут меня. Тебе какая от этого польза? Ай. Так ведь я, Люба, живой-то еще и не дамся. Бомбу взорвешь? Да нет у меня никакой бомбы. А живой не дамся. Слушай, а вот интересно, вам, революционерам, ну, совсем женщинами нельзя? Как монахам или как? Да, нет, конечно. Боюсь я, ты этого не поймешь. А вот нам можно. Со всеми. Даже с революционерами. Со всеми. И даже нужно. Даже с полицейскими. Со всеми. Да ты не бойся. Я о своих клиентах никому не рассказываю. Люба, тебе. Вон. Вон отсюда. Ты что? Уходи. Пошел вон. Болван. На! Ну? Ну что ж ты молчишь? Что ж ты делаешь со мной, подлец? Подлец же ты. Руку целовал. И это сюда-то, здесь, сюда пришел. Женщин не знал. И ты это мне смеешь говорить? Мне, которую все мужчины, все. Где же совесть твоя? Подлец же ты, что ж ты делаешь со мной? Живой не дамся. А я вот дала живой. Я живу теперь мертвая. Слышишь ты, подлец, мертвая, мертвая, мертвая. А я вот наплюю сейчас на твое лицо. Тьфу, на, тьфу, тьфу, тьфу. Дикость, бессмыслица, хаос. Ты ведь за правду плакала. Ага. И смеюсь за правду. Такие мы здесь дуры. Знаешь, давай все-таки выпьем. Откуда коньяк? Коньяк не так себе, шустовский. Ты где бутылку взяла? Лакевич только вино приносил. Ну, приносил, не приносил, ты пей. У тебя что, второй ключ есть? Ты выходила или нет? Выходила. Через тайный выход. Выдала. Выдала. Ой, да нету тут никакого тайного выхода. А коньяк? с дочки взяла. Ну что такое? Ну? Иду. Ну что ж ты? Ну бросай свою бомбу. Часы, что ли? Часы. Ну, а была бы бомба, так и взорвал бы. Да нет у меня никакой бомбы. Но если бы была. Если бы, да кабы. Я открываю. А ты бац! И нет Любки. Перестаньте. И, пожалуйста, оставьте этот издевательский тон. Полчаса назад я сказал вам, что живым не дамся. Это не похвальба и не угроза. Это условия нашей деятельности. Вот вы говорите, что мы никого не жалеем. Мы прежде всего себя не жалеем. Каждый из нас готов отдать жизнь. За другую. За других. За людей, черт возьми, хоть в это и пытаетесь высмеять. Интересно. Как это вы решаете, чью жизнь взять, а чью отдать? Бога спрашиваете? В Бога мы не верим. Знаете что, давайте о чем-нибудь другом. Вы все равно от этого так далеки, вы не поймете. Опять? Да что же это вы меня все за дуру-то считаете, а? Простите, Люба, я не то хотел сказать. То, миленький, то. Просто. Не надо меня сейчас этим еще терзать. Не выворачивайте меня наизнанку. Простите еще раз. Какой вежливый. Вам это не нравится? Не особенно. Вы из каких будете? Ну, кто вы по рождению? Отец был доктор, военный врач. Дед был мужик. Мы из старообрядцев. А в Бога не веруете. И креста на шее нет. Вы, кажется, спать хотели? Так легли бы. Чего уж так время проводить? Да нет, я не лягу. Не хочу я теперь спать. А почему вы не пьете? Что? Вы бы выпили, Люба. А чего вы не пьете? Я одна не хочу. К сожалению, я не пью. А я одна не пью. Я лучше яблоко съем. Ешьте, для того и брали. А вы? Что-то холодно. Угу. Холодновато. Танцует. Танцует. Ты будто о свидании вспомнил, а, миленький? Порядочный пойдете на луну вздыхать. Такая, как я, вам не нужна. Ты еще здесь. Не ушел? Посиди, посиди. Чего это я закуталась? Тут и так жарко, а я... Ай, вы бы сняли штаны. Тут таковские, тут можно и без штанов. Может, у вас кальсоны грязные? Так я вам свои дам. Ничего, что с разрезом? Послушайте, миленький, ну наденьте, ну я вас очень прошу, ну пожалуйста, ну хороший, ну голубчик, а я вам ручки расцелую, ну пожалуйста, ну наденьте, ну миленький, я вас очень прошу. А? За что вы меня так, Люба? Что я вам сделал? Разве я обидел вас? Но если обидел, простите. Ведь я же во всем этом, во всех этих делах не сведущ. Значит, не наденете? Жаль. Я бы посмотрела. Послушайте, Люба, конечно, я... Все это пустяки. Если вы уж так хотите, давайте погасим свет. Что? Я хочу сказать, что вы, я, вы женщина. Конечно, я был неправ. Вы не думаете, это не жалость? Нет, вовсе нет. Погасите свет. О, Боже. Какой же ты негодяй. Боже мой, какой ты негодяй. Проститутка. Дрянь. Молчи. Молчи, дрянь. Ты пьяна. Ты думаешь, мне нужно твое поганое тело? Да таких, кого истреблять нужно. Их же жалеют. Ну что? Ну что? Успокойся. Успокойся. Тихо. Что ты, милая? А говорил, мы умственные. Еще бы чуть-чуть. И где бы твоя порядочная была? Передай завтра привет своей ненаглядной. От Любки из борделя. А? Девушка, о которой вы имели наглость упоминать, не знаю ее даже. Эта девушка 2 месяца тому назад казнена в крепости. Извольте же знать об этом и не забываться. Слышите вы? Ее повесили на толстой, грязной, скользкой веревке в темноте. Под треска гнусных барабанов. Расскажи мне об этой девушке. Зачем это? Расскажи. Звали ее... Анна? Да, Анна. Ты во сне говорил. Может быть. Я ведь ее даже не любил. Не успел еще полюбить. Так видел на собраниях несколько раз. Зачем-то пригласил ее куда-то. В театр, что ли? В театр. Наговорил и глупостей каких-то, так от тоски не знаю чего. А она? Серьезно так слушала. Сказала, что нам нельзя. Про крест наш говорила. Я тогда не знал, что у нее задание было. Это все равно, что назначить дату смерти. Собственной. Что уж там чужой. А ты? А ты что сказал? Ничего. Стоял столбом и думал, куда до вечера деваться. И все? И ничего не сделал? Не догнал, не обнял? Не уговорил? Дурак. Ой, какой же ты дурак. Что? А то. Стараться надо было вот что. Не пустил бы девушку людей убивать да самой погибать. Стоял он столбом. А вдруг она только и ждала, что придет наконец кто-нибудь сильный да красивый. И в театр пригласит. И за руку по жизни поведет. Пришел, пригласил. И оставил одну стучать каблучками навстречу веревке. Что ты знаешь о ней? Знаю. И ты дураком оказался. Да, и она дура. Ты не смеешь так говорить. Все вы дураки. Убиваете друг друга. А счастье? Где она? Оказывается, вы очень красивы. Когда не разговариваю. Когда не притворяетесь и не беситесь. Все люди красивы, когда не притворяются и не бесятся. Только так не бывает. Так лучше. Вот. Только не улыбайтесь. А я и не... Не улыбайтесь. А то выйдет притворство. Да что же вы все разговариваете? Сами же предлагали молчать. Предлагал. Не хочу молчать. Да и разговаривать тоже не хочу. Чего же вы хотите? Ничего. Хочу только пережить эту ночь, эту комнату, эту кровать. Вас хочу пережить. Вы мне непонятны, я вам непонятен, я так не могу. Я хочу хоть что-нибудь понимать. Ты скажи, со мной действительно так уж неприятно провести всего лишь несколько часов. Нет, ты скажи. Хороший вы мой. Нет, не говори так. Ты так всем говоришь. Да, это глупо. Глупо всю жизнь соблюдать конспирацию, таиться от знакомых, семьи. И вдруг открыться неизвестно кому. Нельзя было этого делать. Но ты одна. Одну вещь пойми, Люба. Я ведь утром буду не живой, это почти наверняка. Я видел. Это кровь. Это страшно. Это навсегда. Навсегда. Люба, Любонька, Любонька. Как я хочу, чтобы ты меня поняла. Может быть, от того, что уходящему человеку так одиноко. Ну ладно, ладно. Хватит. Хватит, все. Расчувствовался. В общем, если не надумаешь звать полицию, постарайся не разбудить, и я уйду вовремя. Я сейчас уйду. Я на крыше посижу, а утром уйду. А если дождик? Не сахарный. Ты потом обратно приходи. Я подожду. Всех отошли, хочешь? Говорил, говорил. Ну как же я приду? А ты не убивай никого. И обратно приходи. Я сейчас тебе кое-что скажу. А ты слушай и не перебивай. Скажи. Утром я убью царя. Если получится, конечно. А для этого долго работали мои товарищи, почти все они теперь схвачены. Я должен это сделать. Иначе я стану гнусным изменником. Ну и стань изменником. Сразу кучу добрых дел сделаешь. Вот вам, мужчинам, все просчитывать надо, все доказывать. Вот первое доброе дело. Живого человека живым оставишь. Не возьмешь греха на душу. У государя, наверное, жена есть, детки, нянюшка какая-нибудь, которая воспитывала его и любит по сю пору. Вот и их порадуешь, им горя не доставишь. Вот и второе доброе дело. Мы ведь тоже люди, не изверги, убиваем не человека, а царя, монарха убиваем. И нам безразлично, хороший он семьянин или нет, веселый у него характер, играет ли он на валторне. Он царь, и поэтому заслуживает смерти, как виновник тех несчастливых бед, которые правлением своим несет нашему отечеству. Каких бед, спросишь ты? Ну выйди из этой комнаты, оглянись. Да насмотрелась я, насмотрелась, миленький. Вот видишь, я прав. Вижу. Только вот от того, что ты убьешь кого-нибудь, счастье прибавится. Ну, у нас и конструктивная часть программы имеется. Мы не умственные, нам этого не понять. Я вот тебе просто скажу. Казнишь государя, так друзей твоих казнят. А нет, так, глядишь, и помилуют. За что их казнить-то? Государь простит. Вот и третье доброе дело сделаешь. Может, и четвертое есть? Есть. Есть и четвертое. Сам живым останешься. Порадуешь Любку, бедную несчастную девку. Ой, чем я-то тебя порадую? Собой. Собой порадуешь. Ты знаешь, а ты совсем никуда не уходи. Я буду любить тебя по-настоящему. Как никого. Я еще не умею, но вот же люблю уже тебя. Ты добрый, ты хороший. Ну, останься со мной. Ну, что ж ты боишься меня, миленький мой? Да, я плохая, я глупая. Но ведь ты хороший. Ты не оставишь меня, правда? Ну, я не могу. Нет, ты не подлец какой-то, не писатель. Ты не обманешь меня. Как же я тебя обманул? Обманут, когда обещают, а не делают. Я ведь тебе ничего не обещал. 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 Сам пришел. Сам. Чистый такой. Честный. А может быть, я тебя всю жизнь такого ждала? Во сне видела. Разве ты не хочешь, чтобы тебя любили? Бедный ты мой. Вот я девка, глупая, грешница, а ведь помру, и в раю мою душу утешать будут, потому что худо никому не сделала. плачь, миленький мой, по душе своей печальной поплачь. Я спасу тебя. Я сама душой твоей стану. Только останься со мной. Теперь нам вместе судьба. Что мне в раю без тебя делать? Звенят и звенят, а ты все смотришь, смотришь. Не хочу, отнесу в контору. Петя мой, миленький, ты не сердись, Петруша. Не рассердишься, ладно? Я подружек своих хочу позвать. Они славные. Их нынче никто не взял, и они одни. А офицеры по комнатам разошлись. А один господин твои часы увидел и сказал, такие хорошие. Так я позову. Ну, конечно. Ой ты, веселый звон, сладкий звон со всех сторон, душный праздник, тесный круг, меня бросил, милый друг. А что ж на солнышке на красота поет моя душа, меня милый прогоняет, видно, я не хороша. Хороша, хороша. Люба, Люба, Любочка. Все в нашей жизни так превратно. Сегодня пьем мы и поем, а завтра можем безвозвратно в могилу вместе мы сойдем. Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Друзья, нальем бокал полнее, и будем мы за счастье пить. С вином нам как-то веселее, с вином нам как-то легче жить. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Позвольте. А, давно ждут. Ну? Знакомо, ваше высокоблагородие? Мать честная. Да это же... Да я еще в прошлом году конфисковал. 2 недели игрался. Но не было доказательств, пришлось отпустить. Если б не полковник, ни за что б не отдал. Вот удача. Где взял? Там. Именно там. Ну, руку целовать будете? Твоя взяла. Ну, с Богом начнем. А что ж наш Ромочка замолчал? Сыграй, голубчик. Погубили меня твои черные глаза. Никакой неземной жарче солнца горит. Не горит. Хочу, а Ты думаешь о чем-нибудь? Думаю. А ты не думай. Отдыхай, миленький мой. Намаялась душа твоя. Петруша. Я Алексей по-настоящему. А я уж привыкла. Оставайся Петей. Откройте! Не надо! Не трогайте его! Не трогайте его! Не надо! Не надо! Не обыскать! Надо! Обыскать! Ничего же нет! Я сама его раздевала! Я сама раздевала, Господи! Прикажите им, Гордей Иванович! Не да молчи, его! Любка, молчи! А ну, встать смирно! Смирно встать! Прекратите разбой, господин пристав. И дайте этому господину разогнуться. Как фамилия? Сами знаете, ваше высокоблагородие. Так, хорошо. Давайте, ищите. Да. Да тот ли это? Что-то как будто... Тот. Только не бритый. По скулам узнать можно. Что ж по скулам? Да и глаза. Я его по этим глазам из 1000 узнаю. Да и филеры мои могут подтвердить. Глаза, да. Ты перестань ухмыляться, слышишь? Извольте говорить мне вы. Ах, на вы. Извольте, господин террорист. Стыдно-с. Штаны бы наделись. Девкой связался, со стервой. Что товарищи твои скажут, а? И вот эти смеют говорить о светлой жизни, о прекрасном будущем. Приговаривать к смерти защитников Отечества, помазанников Божьих. Да что же это? Ваше Высокоблагородие. Что это такое? Христом Богом прошу. Ну, оставьте вы его мне. Он же никого не убил. Он больше никогда никого не станет убивать. Отпустите его. Пристав, заканчивайте операцию. Есть. Гордей Иванович, голубчик. Так-то, господин террорист. Или как вас там? Не хуже нас, грешных. С девочками-то. Плоть-то она, стала быть, и у вас тоже своего просит. Гордей Иванович. Ты на меня не возверяйся. А ну-ка, берите его, ребята. Пошли. Как пошли? Куда пошли? Гордей Иванович, миленький, Лаврентий Карлович. Ну-ка, барышня. Не надо. Ну, отпустите его. Ну, отпустите. Петенька мой. Полиция, полиция! Все по номерам. Не высовываться. В карету его, ребятушки. Что ты воешь? Что ты воешь, дура? Повесим мы его, повесим. А ты, небось, с него и денег не взяла. А, дуреха. Ну, до встречи. В раю. Ты только голубя своего замали. А мне замаливать нечего. Держите его! Огонь, сволочи! По ногам, по ногам! По булыжнику рикошетом! Живого мне! Это еще что такое? Ты где взяла? Это Петеньки. Ну а чего раньше не сдала? Давай сюда. Обманули вы меня, Лаврентий Карлович. Ты что, Любочка? Я затем и пришел, чтобы с тобой расплатиться. Ах, Господи. Любка, не балуй.